Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася да Юрч, ребята, сегодня со мной играет Донни, мы снова с вами находимся в GTA 5 онлайн, где проведем рубрику «Спуск без тормозов». Кокосики! Ребят, знаю, что вы очень сильно любите данную рубрику, поэтому надеюсь, что у нас сегодня будет хороший подбор из тачек из реальной жизни, ну а вы, ребята, конечно же, сразу ставьте лайк, давайте наберем как минимум 3000 и надеюсь, что дроп у нас будет сегодня максимально интересный, тем более на начало у нас максимально две интересных тачки. Здесь, ребята, у нас старенькая Феррари Страдали, которая очень хорошо летала, и против нее Бентли 13 года просто тоже шикарнейшая тачка. Обе летают, но еду по накату или нет, большой-большой вопрос. Нормально ты сел на Феррари, или потом за Бентли? Копперфилд, мать твою, или там просто портал какой-то, портал. Сел на сидушку, оказался непонятно где. Короче, ребят, обязательно подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями, зазывайте их, пускай тоже подписываются. Напомню, что мы свою семью Топкинов набираем уже 2 миллиона. Буду ждать вас всех, конечно же. Ну а мы с тобой, молодые, сразу с ходом начинаем. Давай прожгем резину, как говорится, и посмотрим. А вкратце, по правилам все очень просто, ребята. У нас большая дуга, с которой мы сейчас летим вниз, разгоняем максимальную скорость, которую сможет набрать движок самостоятельно, без нитро, без ничего, единственное, пробить можем ограничитель, ну и на стрелках отпускаем педаль газа, чтобы в общем-то потом уже скользить, тормозить с помощью движка. Сколько едешь? Ну, 420 всего лишь, на самом деле. О, ну не, летал-то он там почти по две штуки. А Страдали хорош. Это не он, какие, подожди, это не он летал. 620, не, он точно он, Бентли 13, он был такой, он вообще летал, обалдеть как. Ну, и 2003 года вот это Феррари, ребята, это просто наш старожил сервера, наверное. Старичок хороший, который уже очень многое повидал. Ну и, как говорится, есть еще порох в пороховницах, прям нормально. У тебя как дела? Что-то ты реально тормознул уже сильно. Да 35 вообще машина. Всего лишь 35? Да, она вообще не поехала. Обалдеть. Ну слушай, у меня шикарная тачка, но это опять-таки история, как с Дэвил Сикстином, помнишь, который попался, который улетит далеко, а он там взял всего лишь, ну плюс-минус, ребята, столько же. Если не видели серию, обязательно посмотрите. Плейлист, в общем-то, ссылочка на него есть в описании. Вот так вот, у меня 140, интересно достаточно, но, блин, такое. Короче, ребят, хочу кое-что сделать максимально интересное. Смотрите, если сделать вот так вот, то вроде... у меня вся дорога светится. Слушай, как прикольно смотрится. Ема. Типа кругом ночи и чисто спуск такой. Слушай, о, у меня даже джемпер светится. Давайте один заезд сделаем. Лодки, фары. Финир мне упал. Вот такой вот, короче. Я делаю себе... Что это? У тебя две, но у меня хороший дроп. У тебя косячная какая-то тачка максимально. Да. Так, финир, ты какой финир? Финир РТ, да? Это плохой финир. Но... И вторая. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус такое себе. Погнали, я хочу просто, ребят, ради прикола один такой спуск сделать, потом мы свет вернем. Но мне интересно при монтаже, что еще будет, поэтому в комментариях напишите, врубите, пожалуйста. Свет. Да, врубите свет, хэштег точно. Потому что многие просят, типа, ночные серии, по городу мы не снимаем, потому что, ну, прям страшно. А здесь вот это дело светится, прям прикольно так. Мне прям нравится. Че по скорости? Да, ну, что-то подрублю. Ну, пока нормально, пока нормально. Ну, 340, на самом деле машина так. Понимаю, у меня 500? Так, а чё со светом, пожалуйста, алё? Слишком быстро смеркалось, надо вот так зафризить. Короче, прикольно максимально. Блин, реально прикольно. Неоновые такие циферки. И самое главное, что поверхность сама там блестит. Все темно так, а трассу видно. Ну, слушай, я на самом деле приехал очень быстро. У меня 65, хотя ехал я 500. Такое. Ну, неплохо, у меня 20, понял, просто 20. Понимаю. Просто 20, это вообще дичь. Ты, кстати, видишь мой джемпер, смотри? Новогодний, прикольный, где-то там куда-то там убежал. А ты уже улетел, что ли? Я чисто на старте, новогодний такой прикольный чувак, а все остальное черное. Короче, ребят, покатались, по приколу неплохо. Давайте наберем 5000, мы чисто ночную такую серию с ним, если вам понравится. Так, это я сразу удалю это косячно, тем более будет сейчас строить. А, гелик какой-то интересный, у тебя кабанчик. Кабанчик это неплохо. Volkswagen такой себе Линкольн топ. А может и волчок. У меня бэха мимо, но вопросы. Гелик 200. 5, Линкольн 234. Вопрос очевиден. И, как говорится, погнали. Это максимально будет интересно. У нас поехали, тачки плюс-минус похожие. Поэтому думаю, что и баллы будут хорошие. Такое, ну не, я не про вид, а про характеристики ездовые, как минимум. Я про это и говорю. Так, окей, поехали. Неплохо, неплохо. Что по скорости? 400, больше ожидал. Линкольн может быть и не тот. Но он единственный. Да?
Значит, вот. Все очень просто. 120 было у меня. У меня на стрелках 378. И очень быстро скорость падает. На самом деле, максимально странно. Вроде Линкольны все ехали. А, Генезис ехал, а не Линкольн. Я перепутал. Генезис ехал. Поэтому гелик, блин, прости меня, дорогой мой. Гелик, да, возможно, гелик до совки бы поехал. Конечно же, гелики плюс-минус все гоняют. А до 45 я по накату... Обидно, но не доехал, прикинь, ты чуть дальше. Ух, я уж думал, сейчас ничья будет. А я надеялся. Так что да, ребята, такое тоже бывает. И как бы бум с кареты, бум с Мазда. Кстати, она цепляется, да? Или не цепляется? Вот в чем вопрос. Ну ладно, в любом случае я брать не буду. Я возьму вот это, под капотом очень много. А у тебя прям нормально, аниме, Honda, еще такое-то. Honda, если та, то хорошо, если Honda старая, то это отвратительная Honda. Ну, сейчас мы проверим и узнаем, та, не та. Ну да, но сейчас самое интересное, что они максимально похожи, поэтому... Отличительных черт у них нету от слова совсем. Так, у меня интересный ZL1 корвет. Что по скорости? 430. Неплохо. У тебя что? 550. Догоняешь, тот 150. Все-таки. Тот все-таки. Ой, у меня еще как-то он странно прыгал. А 394 на, получается, стрелках, и я поехал. Да, неплохо улетаешь, прям вообще. У меня очень быстро теряет скорость, прям максимально. Так, это 35, ребята. Обалдеть. У тебя сколько там по запасу, то еще ебато улетел. На стрелках будет 40. Всего, ну, где-то 170 на стрелках. О, ну, в целом нормально, давайте вот так вот прыгнем. Ну, это та самая вроде Honda Civic, ребята, из Форсажа. Кто помнит, они черные были еще в первой серии. Да. Кстати, да, не прикольно максимально смотрелись. А это 110. 110. В целом неплохо. Вполне. Продолжаем, ребята. Две машинки снова. Всего лишь у меня. Надо три. Поехали, и уехать так, дальше. Лотос какой-то с британским кемпер, флотом. Кемпер. Флагом, вернее, игоночный балит. Блин, неплохо. Да, это плюс-минус быстренько будет, я думаю. Вторая. Так, у тебя Альфач или не Альфач, что это? Мерседес Уан? Так, у это меня... Это что, кстати? Здесь... это Лотус. Это Лотус новый, Lotus, кстати, да. Прикольный. Это, кстати, да. Так, а слушай, интересно. Я хочу вот так... А, это новый, у меня его даже не было. О, интересности. Ладно, возьму себе Мерин, не знаю. То... А, это другой, наверное, да, Мерседес? Не знаю даже. Уж поехали, испытаем. А, подожди, это тот или какой-то Мерседес? А, у нас Уан один как раз-то. Так, ребят, я еще раз прыгаю. Максимально стараюсь... Держать, у меня спойлер шатается от ветра. О, нормально. А руль почему не в руках? Руль не в руках! Держи руль, драк! Максимально строу. Ема! Короче, 40, я встал, все. Что так, убираем в сторону, 668 просто полетел. Че? Ема, а че за болит-то такой? Он, конечно, теряет быстро, но ей довольно-таки неплохо, на самом деле, летит вперед. Ну да. Так, ну, в целом, да, хорошо, в целом, прям вообще нормально. Типа 95, 100, ну, плюс-минус будет, как у тебя, наверное. Так, едем, да. 110. Ну, not bad, вполне себе, да. Так, 115. Ну, по накату чуть-чуть еще. Я не думал, что, конечно, поешь-то хорошо, даже обидненько. Ну, 120, чуть дальше, чем у тебя в прошлом раунде, в целом, хорошо. Так, ладно, ребят, продолжаем. Давайте смотреть на дроп. Три тачки у меня, это очень важно. Давай. Мерседесик. Первая. О, у тебя Винена. И, кстати, какая-то фиговина. Трактор, Яма. Так, Бугат. Так, у меня вот это вот прям норм. Прям норм? У тебя Бугатти, однако. Ну, вроде бы более-менее под капотом не так все плохо, как могло быть. На самом деле у Мерседеса еще лучше, чем у Бугатти. Кого-то там под капотом, да? Две Бугатти. Поехали, попробуем. У меня реально хороший Мерс. Давай. Это вроде тот самый летающий. Очень написано. Не знаю, иероглифы какие-то непонятные. Да. Так. О, Ема, я под тобой проехал. Да, я прям под тобой проехал. Увидел там тебя. Слушай, неплохо разгоняюсь. Я ухожу, что ли, от тебя? Я ухожу от тебя. Да, у меня 420, я уперся. Так, Винена на самом деле удивила. У меня 520 на стрелках ровно будет. Нормально. А тачка меня теряет, тупо теряет скорость, поэтому... А ты вообще медленно едешь, я прям вдалеке тебя вижу, да, как будто ты даже не поехал, просто тупо остановился и все. Ну, в целом бывает, ладно. Бывает, такое бывает. Почему бы и нет, так 65-70, ну я думаю, я должен соточку-то взять, хотя очень быстро летит скорость вниз. Ну, 40, я припарковався, да.
Ну, в целом это хорошо, в целом это достойно в любом случае. И у нас тут аж 90... Ну, это неплохо. Будет, да, будет, заехал. Отлично. Отлично, ребята, 90 на самом деле это солидно. Это значит, что все будет хорошо. Продолжаем. У меня уже неплохо первый Мерседес вроде, плюс-минус. Так, это плохо, это плохо. Ну, на Мерсе поет. О, надеюсь, нет. Надеюсь, нет под капот. Не она. Это не она. Ух, да, 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 да. Это, ну, было жестко. Это было жестко. У тебя Мерс хороший, да, у тебя? Я надеюсь. Но это не точно, на самом деле. Поэтому попробуем, посмотрим. Тот был еще старей, который также красился два цвета. Да. Прям такой, такой, слушай, зато подвеска здесь проработана шикарно, прям у тачки. Идеально бы я сказал. Так, ну поехали. Клетчатое сиденье. Ну, 350. Не, медленный на самом деле автомобиль. 360. 370. Давай. Ну, короче, да. Да. Хорошо, что у тебя не та самая. Та самая, ребята, летела аж на 300 вроде. Ну, плюс-минус, грубо уж говорю. А на стрелках 310 тоже особо не выдающийся Мерседес. Да, то же самое, плюс-минус. Ну, ты как будто немного догоняешь, но это на самом деле пока что. Пахнет ничего, я так чувствую. Ничего так пахнет, сказал бы еще, иди отсюда. Не надо. 30, да? Тормози. Заехал, да? 30. Заехал. А, не успел ускакать, не успел. Мерс не смог. Так, ребят, продолжаем. Продолжаем. Пока что боевая ничья. Так, это... Вторая. У меня только что самое это было, да? Да-да-да, и у меня вроде тоже самое. Так, Volkswagen. И, кстати, Ускоряхан. Тут 204. Ускоряхан? Я его возьму, он вроде ехал неплохо, на самом деле. Но в любом случае, ну, есть ускоряшка. Всем удачи. Ну давай, давай. Вот твоя вот задница мне не нравится, белая вот эта вот. В смысле, не нравится? Не нравится. Ее сейчас надо как минимум догнать. И любуйся. Зачем? Где там? Еду. Надо. О. Что, быстрее меня, что ли? Да, я тебе решил свою показать. Ты что, пёс? Сам ты пёс. На. Не. Так, 430 на стрелках. 402. Ты по накату лучше. А что по накату, братан? Прожимай давай, нитро. Рано еще. Это как этот, как в форсаже, да. Рано ты, Брайан, прожал нитро. Оно так быстро кончилось? Я его так прожал, оно сразу восполнилось еще. Так, я по приколу остановлюсь, еще раз нажму, что-то он быстро. 55, короче, да? Да, 55. 50 у меня. А, да, прикинь, она только качается, сразу набирается. Короче, 55, у тебя плохо. Сколько говоришь, 45, да? 50. А, 50? Ровно. Ну, давай 45. Да. И немало больше. Приз, я выбираю приз. Поздравляю, вы мамонт. Было бы все так легко, на самом деле, да. Поехали. Порша. Так, это Мазерат вроде и ужасно. Так, у тебя плюс-минус. У Хандай под капотом 87. Бери. Ты что, сомневаешься в моих способностях? Я ее возьму по прикол. А это электро. Давай, это электро еще, да. Электро я, конечно, зря взял. Ну, там все поедет плюс-минус одинаково. Особо-то разницы большой нету. А вот к тебе прям вопросы. Ты прям можешь сейчас ушуршать. 400. Тормози. 500. Ну, у меня тут сейчас батарейки сгорят просто. 285, 6. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейки. Ну, так, maybe. 120 на стрелках было, короче. Что-то где-то видел новости, типа, у чувака, который где-то в глуши живет, у Теслы батарейка вздулась. Ее заменить надо 200 штук баксов. Он взял, я зажег просто и все. Я говорю, красава. Кардинально решил придумал проблему. Слушай, что ты понимал, у меня на стрелках 170. Реально? Это хоть 10 будет, нет? Ну, 10 есть, даже 15 будет. А, да, 15. Так, понимаю, ты там где? Куда ушуршал? Так, ловим. Или ты уже остановился? Так, не вижу. Я еще еду, я еще лечу. Ну, не так далеко, но... Слушай, а сегодня прям сверх топовых тачек не было. Ну, в целом, да. Что сделаешь? Шашки. Он обогнал меня. Догоняю. Когда чувак на этом... На светофоре, на тазе, да? Не, когда чел на Hyundai Solaris пытается, типа, покажу тебе, дрифт, гонки, шашки. Понимаю, 140. Что ж, ребят, впереди еще один раунд, погнали его проведем. Ну что ж, ладно, ребят, в общем-то, последний раунд давайте с вами проведем. Отыграться бы чуть-чуть, было бы вкусненько.
О, Максик новогодний, кстати. Новогодний Максик, 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 Максик. Happy New Year. Ух ты, а у тебя, кстати, Брабас, Ауди. И ты Брабас берешь, да? Ну попробуем. Я попробую Максика сейчас разогнать прям нормально. Ого, что со мной? Куда я? Ну ты же Фантик. Ты же Фантик. Или Фунтик. О-о-о, ребят. Реально его разматывал как-то в сторону, то есть он... Чё с ним? Ну это же Брабас летающий. Это нормально. Ну, это да. Всё, поехали. Так, ну у меня типа неплохая скорость. Я надеюсь, что я буду дальше тебя. Иначе это будет плохо. Ну 430 всего. Какие 500? 550! Ема, у меня скорость быстро теряется. 70! Я полетел. Серьезно? Блин, у меня вообще скорость потерялась. Алло, камон. Прыгай ко мне. Прыгай в машину, офигите. Ну, не особо быстро, я бы сказал. Так, 45, ребята. Максика, давайте сохраним себе в копилочку. А, так, ну и, в общем-то, где ты там находишься? Погнали, посмотрим. Так, то-то-то-то-то-то. Дай знать, где ты находишься. Ну, не так далеко, на самом деле. Я думал, получше будет на самом деле-то и нет. 110? На самом деле-то да. Так нет или да? Так, 100... Ну да, да нет. 10. Ну, блин, на самом деле я большего ожидал от летающего Брабаса. Такое. Что ж, вот такая серия, ребят, получилась. Да. Пишите комментарии, какая машина вам больше всего понравилась. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Пока, ребята!